Под руководством президента Азербайджана лидеры и соответствующие государственные институты серьезно готовятся к COP29. Я очень позитивно настроен и уверен, что мы станем свидетелями грандиозного мероприятия COP29 в Баку под председательством Азербайджана. Я надеюсь, что все страны мира примут активное участие в COP29. Фонд, который я представляю, является одним из институтов, ответственных за участие Китая в мероприятии COP29 вместе с государственными органами, академическими организациями и частным сектором. Мы организуем зеленые и синие тематические уголки в рамках COP29. С нетерпением ожидаем успешного завершения конференции COP29 и ее большого прогресса в решении климатических проблем.